Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade. Сегодня мы с вами посмотрим, как можно подключить microSD флешку к ESP8266 без использования microSD Shield. Поехали! Сразу стоит отметить, что этот способ универсален для всех платформ, которые работают на 3,3 вольта. Например, ESP8266, ESP32 или STM32. Эти все платформы работают с логическим уровнем 3,3 вольта. И для всех этих плат, для всех этих платформ, данный способ, который мы будем рассматривать, он подходит. Основное назначение microSD Shield – это конвертация логических уровней. Так как microSD флешка работает с уровнями напряжения не более чем 3,4 вольта или 3,6 вольт, я уже точно не помню, но с низким будем брать в расчет 3,3 вольта. А такие большие платформы, как, например, Arduino, они работают с логическим уровнем 5 вольт, то нужен конвертер логических уровней для того, чтобы не испортить microSD флешку и чтобы она осталась целой и нормально работала. Поэтому используют такие microSD шилды. Но так как платформы ESP8266 или та же самая STM32, они имеют логические уровни 3,3 вольта, то тогда использование этих шилдов вообще бессмысленно. Потому что можно напрямую подключить флешку к ESP8266, и она будет нормально работать, потому что логические уровни будут соответствовать. Для того, чтобы подключить флешку к ESP8266, все равно какой-то адаптер нужен, куда просто вставлять флешку. И для этого я буду использовать именно вот такой вот microSD адаптер. На него мы просто сюда подпаяем контакты и подсоединим к ESP8266. Для этого мы сейчас перейдем к распиновке и посмотрим, что куда и как подключается. Первым делом нужно обратиться к распиновке флешки. Здесь представлена простая картинка с распиновкой как microSD флешки, так и флешки формата SD. Так как мы будем использовать SD переходник, то его распиновка нам и нужна. Итак, смотрим. Первый пин — это chip select, второй пин — это data in, VSS, VDD и еще VSS — это питание. Минус, плюс и еще раз минус. Clock, data out, и два не подключаются, 8 и 9. 8 это этот крайний и 9 это этот, не подключаются. Вот эти VSS1 и VSS2 можно соединить вместе, потому что это один и тот же провод, то есть ground минус питание. И того у нас останется всего лишь 6 проводов. Chip select, data in, питание минус, питание плюс, clock и data out. Вот и все контакты, которые нужно подключить. Рассмотрим, как это подключается. Вот эти пины представлены на флешке. SS — это chip select, MOSI, ground, питание 3,3, clock, ground, MOSI. И внизу подписано, каким пинам они подключаются. Chip select можно подключать практически к любому пину, поэтому это не обязательно, чтобы он должен быть подключен к GD2, к GPIO4. Остальные — MOSI, CSK и MISO — подключаются именно к этим пинам. GPIO13, GPIO14 и GPIO12. Это D7, D5 и D6. Если рассмотреть вот эту мелкую, ESP12, ESP12E, ESP12F, они в принципе одинаковые, то тоже можно увидеть GPIO пины 13, 12 и 14. Это SPI Clock, MISO и MOSI. SPI Chip Select, он изначально идет на пин 15. Поэтому именно 15 пин я и буду использовать. Если обратимся к предыдущей распиновке, то GPIO 15 у нас идет на пин D8. Именно его я и буду использовать, этот пин. В данном случае я использую плату WEMAS D1 Mini Pro. И подключение будет к ней такое. D5 это Clock, D6 это MISO, D7 MOSI и D8 это Chip Select SS. Вот что в итоге у меня получилось. Вот такой вот shield. К нему припаяны 6 проводов, 2 из которых идут на питание и 4 для подключения по SPI. Здесь уже установлена флешка на 8 гигабайт. И сейчас мы попробуем прочитать содержимое этой флешки. Подключаем к компьютеру и переходим в Arduino IDE. Итак, переходим в файл, примеры, ESD для ESP8266. И давайте посмотрим list files. То есть должно вывести содержимое нашей флешки, все, что на ней находится. Итак, здесь у нас пин SS нужно поставить 15-й. Как смотрели по этой распиновке, для Arduino это 15-й пин. Но можно сделать небольшую хитрость. Можно написать не 15, а можно написать D8. Но я привык
так писать, 15 пин. Итак, прошиваем, здесь все выбрано, VMSD 1 Mini Pro, все подключено, идет компиляция скетча. Итак, прошивка завершена, открываем Serial Port, ставим скорость необходимую 115-200, и нужно перезагрузить, потому что информация уже проскочила и повторно она не идет. Нажимаю Reset. Ох, сколько выдал информации. Так, смотрим, что здесь у нас написало. Инициализируется SD-карта, инициализация прошла успешно. И дальше пошло содержимое флешки, картинки, папки, видео, в них тоже какие-то видео, фотографии, D7, и здесь какие-то видео, и дальше пошли вот данные. И написала done, завершено. Вот мы увидели содержимое нашей флешки. Давайте попробуем сюда, на эту флешку, что-то записать. Есть у меня датчик освещенности BH1750, и его давайте сейчас подключим и попробуем записать данные об освещенности на флешку. То есть провести какое-то логирование данных. Вот так. И сейчас мы на флешку запишем какие-то данные. Итак, тестовый скетч. Вначале подключается библиотека SPI, библиотека SD для работы с этой флешкой, библиотека Wire для работы по I2C с этим датчиком и библиотека для работы с датчиком BH1750. Дальше объявляем класс для работы с флешкой и класс для работы с датчиком BH1750. Кстати, этот датчик я рассматривал в предыдущем видео, и ссылка на него будет в описании, так что можете посмотреть это видео для того, чтобы более подробно узнать, что это за датчик. Некоторые переменные. В setup стартуем сериал. Проверяем, сериал стартовал или нет. Проверяем наличие подключения датчика BH1750. Проверяем инициализацию microSD-карты. Если она инициализировалась нормально, то идем дальше. На microSD-флешке создаем файл log.csv и в него будем производить некоторую запись. Я уже делал видео о том, как производить запись каких-то лог-данных на microSD-флешку. Поэтому вы тоже можете посмотреть это видео. В основном цикле программы мы получаем значение освещенности, просто увеличиваем переменную, вызываем функцию записи и делаем паузу в 1 секунду. Итак, что в этой функции? Мы открываем файл для записи, то есть write для записи. Дальше, если файл открыт, если получилось файл открыть, в сериал выводим все необходимые сообщения о том, что начинается запись и уровень освещенности. На флешку в файл записываем значение переменной count, которая подсчитывает, какой по счету было произведено измерение. И также записываем значение освещенности. И также в сериал выводим сообщение о том, что все завершено. По окончании записи закрываем файл. Вот такой простой код. Давайте мы его сейчас также прошьем и посмотрим, что получится. Итак, загрузка завершена. Открываем Serial Port. Мы видим уровень освещенности, который записывается. Я попробую сейчас подвести руку. Вот, видите, уровень освещенности меняется. Отлично, все работает. Теперь можно это отключить и посмотреть, что же у нас получилось записать на флешку. Так, подключаем флешку к компьютеру. Переходим в компьютер. microSD, и вот файл, который у нас создался. Можно его открыть обычным текстовым редактором и смотрим. Вот под номерами измерений и то, что измерялось. При желании это можно будет конвертировать в Excel файл и построить, например, какую-то диаграмму либо таблицу по тем данным, которые получены. В общем, вот такой простой способ, как можно подключить флешку, используя обычный microSD адаптер напрямую к ESP8266. По этому же принципу, подключая напрямую, можно подключить и к STM32, и к ESP32, и ко всем остальным платформам, которые используют 3,3 вольтовую логику. Друзья, наступило время произвести обещанный розыгрыш. И сейчас мы будем разыгрывать платы для сборки радиоуправления на Arduino и STM32. В данном случае сейчас мы будем разыгрывать плату приемника, которая включает в себе саму плату для сборки. Также некоторые необходимые компоненты, такие как STM32, здесь у нас NRF и некоторая мелочевка. Всего будет разыграно 3 комплекта. 2 комплекта, которые будут включать в себя частичную комплектацию, об этом я говорил немножко раньше, и плата для самостоятельной сборки. Давайте теперь перейдем в рандомайзер для того, чтобы определить победителей. Итак, вставляем ссылку на видео
и определяем первого победителя, который получит плату для самостоятельной сборки. Илья Воробьев. С такой штукой можно устроить блицкрик по даче. Так, но ты не написал, что ты хочешь участвовать в розыгрыше. Так что, извини. Только те, кто пишет, что хотят участвовать в розыгрыше, те получают приз. Поэтому следующий. Алексей Федотов. Хорошее шасси, делал вариант с управлением по синезубу, то есть через Bluetooth. Вот теперь было бы интересно его на аппаратуру завести, так что хочу участвовать в розыгрыше. Я тебя поздравляю, ты получаешь плату для самостоятельной сборки. Итак, следующий победитель, он получит один из этих комплектов. Саня Левин. Так, переключатель не вариант развернуть, хочу участвовать в конкурсе. Ну, насчет переключателя, вариант такой, что он все равно снизу находится. То есть, если его перевернув в какую-либо сторону, ну да, он не будет сам выключаться. Но он снизу находится, но неудобно. Вот каждый раз лезть под танк, ну, это неудобно, очень неудобно. Вот, ну, если где-то сверху поставить выключатель, это было бы классно. Но так как ты участвуешь в розыгрыше, то ты получишь один из комплектов. Я тебя поздравляю. Сергей Колесневс. Почему бы не поучаствовать? Как насчет помехоустойчивости? Ну, я тебя сразу же поздравляю с тем, что ты выиграл комплект. А по помехам я отвечал в комментариях, но скажу и сейчас тоже. Все зависит от качества плат. Если модули NRF2401 нормальные, качественные, то даже такие, как они есть, без антенны, в прямой видимости они могут бить до 100 метров. Если их правильно настроить, поставить частоту, скорость передачи маленькую и так далее, некоторые там другие настройки, то до 100 метров они могут пробить, если они качественные. Если взять модули, которые идут с антенной, которые с усилителем, они, опять же таки, в зависимости от настроек, могут пробить даже до 1,5 километра. Но мне попались модули бракованные, вот честно, мне попались модули некачественные. У меня в передатчике стоит плохая подделка, именно NRF24L01 с антенной, но подделка очень плохая. И на самых-самых лучших настройках, которые дают максимальную дальность, у меня получилось добиться всего лишь 12 метров. Это максимум, который получилось добиться. Так, чтобы сигнал был устойчивый и не пропадал, то максимум 10 метров. Насчет помехоустойчивости, опять же таки, если датчики качественные, нормальные, то там можно с одной комнаты в другую и нормально будет, нормальное управление будет. Некоторые ребята там через несколько стен управляли. Но опять же таки, все зависит от датчиков. Поэтому тут как повезет. Ну что ж, на этом наш розыгрыш закончился. Победители, обязательно отпишитесь в комментариях, чтобы получить подарки. Все, кто не получил призы, не пропускайте новые видео, потому что все равно будут новые какие-то розыгрыши, будут какие-то новые интересные вещи, подделки. Поэтому не пропускайте видео, участвуйте в розыгрышах. Я вам желаю успехов, чтобы ваши проекты были действительно классными и очень интересными. Всем пока!